самое динамично развивающееся муниципальное образование – город Тула. Доказательств этому множество, начиная от рекордных объемов жилищного строительства и появления в областном центре новых красивых кварталов и жилых комплексов, до присуждения городу-герою третьего места в России по благоустроенности. Благие дела городских властей и простых жителей, накапливаясь, дают свои результаты. Награду получает Беспалов Илья Ильич, заместитель главы администрации города Тула по финансово-экономической политике. Добрый вечер, дорогие коллеги. Очень приятно получать эту награду. Но, наверное, вдвойне приятно, что эта награда, наверное, она принадлежит всему бизнес-сообществу, которое присутствует и в этом зале, и ведет свою хозяйственную деятельность на территории города Тулы. Потому что все, что делается в городе Туле, это делается благодаря вам. Администрация города всегда открыта взаимодействию. Мы понимаем, что в непростые экономические времена, наверное, взаимодействие бизнеса и власти надо еще более улучшать, снимать административные барьеры, увеличивать поддержку малому и среднему предпринимательству. И мы это, безусловно, делать будем для того, чтобы бизнесу в городе Туле было работать еще комфортнее и комфортнее. А всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. А вас и вашим предприятиям желаю всего самого-самого хорошего. Спасибо.